жила в Ленинграде в декабре 41-го года. Блокада прорвана! Прямая трансляция Серафимовского кладбища, торжественно-траурные церемонии возложения цветов, посвященная 69-й годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Никто и ничто эту боль не остудит в душе Ленинграда. Да, память священна. Вовек не забудем, что значит блокада. И взглянем печально, светло, благодарно на тех ленинградцев, на тех победивших, на тех легендарных, умевших сражаться. Дорогие друзья, дорогие ленинградцы, петербуржцы, уважаемые гости нашего города, сегодня, 27 января, мы собрались здесь, на Серафимовском мемориальном кладбище, чтобы отметить этот знаменательный для нашего города день, день 69-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, принесшей столько горя и страданий нашему народу, и вместе с тем показавший всему миру невиданные примеры героизма, мужества, силы духа и любви к своему Отечеству. Мы чашу горя выпили до дна, но враг не взял нас никаким измором, и жизнью смерть была побеждена, и победили человек и город». Мы собрались здесь, чтобы почтить память тех, кто сражался, работал, жил и умирал в осажденном Ленинграде, кто защищал нашу Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Они делали все, что могли, чтобы приблизить победу. Низкий поклон им, и пусть будет вечной память о них. Минута молчания. Товарищи, встаньте и мысленно павших героев представьте. Остались они навсегда молодыми, и вечный огонь, словно знамя над ними. Навечно имен их святое звучание. Минута молчания. Минута молчания.
торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу защитникам города-героя Ленинграда на Серафимовском кладбище объявляется открытой. Цветы возлагают делегация правительства Санкт-Петербурга. Делегация депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга. Представители командования Западного военного округа. Делегация представителей Управления внутренних дел по Северо-Западному федеральному округу и Главного управления внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Венки и цветы возлагает делегация представителей Петроградского района Санкт-Петербурга. Администрация района,
представители органов местного самоуправления, представители районного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов, представители районного общества, жители блокадного Ленинграда, представители ведущих предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений Петроградского района. Не все, что было, бронзой стало, и медью литер прописных, хотя уже как зубров мало участников боев живых, и тех блокадников, которым за 900 ночей и дней с тех пор обязан жизнью город и ратной славою своей. Все то, что было с ними рядом, им кажется, еще вчера на Невском падали снаряды, звенели в небе мессера, в снегу по пояс шла пехота, жизнь хлебным мерилась пайком. Но им не то, что нет охоты сегодня вспоминать о том, а нечего добавить словом к молчанию павших дорогих, где снег, не ведая о славе, летит из года в год на них. Мне верни, о память, эти дни, холодные, голодные, верни. Верни тот город, сумрак ветровой, адмиралтейский штык над головой, шаг патрулей и злую боль разлук, и тишину, и метронома стук. Ты возврати мне память ночи те, прожектора в морозной высоте и гребни снежных крыш, и мертвый свет недвижных осветительных ракет, когда блокадным стянутый ремнем стоял мой гордый город под огнем. Ты сохрани мне память навсегда, тот город сгусток пламени льда, тот город слиток гнева и любви, где жизнь кипела в стынущей крови. Цветы возлагает делегация представителей Приморского района Санкт-Петербурга. Администрация района, представители органов местного самоуправления, представители районного совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов,
представители районного общества, жители блокадного Ленинграда, региональной общественной организации «Союз Чернобыль» Приморского района. Делегация представителей общества блокадного Ленинграда города Таллина, Эстония. Общество ветеранов войны в Афганистане «Афганвет». Представители ведущих предприятий, организаций, учреждений и учебных заведений Приморского района. За залпом залп гремит салют, ракеты в воздухе горячем цветами пестрыми цветут, а ленинградцы тихо плачут. Их радость велика, но боль заговорила и прорвалась. На праздничный салют с тобой пол Ленинграда не поднялось. Рыдают люди и поют, и лиц заплаканных не прячут. Сегодня в городе салют, сегодня ленинградцы плачут. Слишком больно и страшно, хоть и было давно. Вы прислушайтесь, люди, как звучит это слово. На две части, как я, разделите его и увидите блок, блок кромешного ада. Вот чем было то время, и не меньше того. Холод, голод, пожары, полосками белыми стекла перечеркнуты накрест, чтоб не выбило вдруг, ведь налетов не счесть. Стены рушатся рядом, от всего и от всех отделил вражеский круг. Только радио есть, метроном неотступно, словно сердце в груди все стучит и стучит. Этот стук иногда прерывается сводкой, и мы с радостью слышим, что враг-то бежит. Здесь, в земле ленинградской, неоплаканы, невозвратимы, похоронены по-солдатски, по-братски, блокадные весны, блокадные зимы. Здесь тропинки, как шрамы на сердце твоем искалеченном, словно черные трещины на льду залива в половодье. По ним страшно идти, по ним нужно пройти человечеству с головою склоненной, как ленинградцы проходят.
наверное, не забудем никогда, как стыла в трубах Невская вода, как падали на улицах снаряды, как по путям трамвайным шла зима, как замирали темные дома в глухом кольце тревоги и блокады. Мы сквозь огонь губительный свинца победно пронесли свои сердца и выдержали горечь испытаний. Эту роль повторяет оно со всеми, но бывает людская боль, над которой не властно время. Те, что умерли рано, и рано ушли, и погибли в жестоком огне молодыми, были жизнью полны. Повторяет их имя голос мирного неба и мирной земли. Как весенние реки наполнены дни, их последние дни, их суровые дали. Ничего потерять не успели они, ни седыми, ни сытыми так и не стали. Не познали они обмельчания любви, не расстались печально с надеждами детства. Так и умерли, крылья расправив свои, нам оставив и землю, и небо в наследство. Не устану следить, чтобы вечный огонь не погас, чтоб его лепестки не задули ветра ненароком и в грядущие годы ему полыхать, как сейчас, и к нему никогда не кончаться людскому потоку. Приходит время осмысления путей, что пройдены тобой. Приходит время поколению вести Россию за собой. Они вставали молодые и погибали в цвете лет, и оттого в глазах России бессмертной молодости свет. Я верю в смену поколений, я знаю, час неотвратим, когда ответственность решений падет на плечи молодым. Давайте, люди, встанем на мгновенье и в скорби постоим и помолчим. Помянем всех погибших на войне, кто голову сложил в годину злую, но не отдал свою страну родную на поруганье вражьей стороне. Прошла минута скорбного молчания,
но с нами остаются навсегда и вечно будут жить воспоминания о павших в эти грозные года. И отдавая почести погибшим, героям славным, залпам боевым, за то, что счастьем полной грудью дышим, свой труд живым героям отдадим. Торжественно-траурная церемония возложения венков и цветов к мемориалу защитникам города-героя Ленинграда на Серафимовском кладбище подошла к концу. Благодарим всех принимавших участие в этой церемонии.